чтоб не пугать тебя. Я буду такой сильной, чтоб защитить тебя. Я спрячу свои страхи, чтоб ты никогда о них не узнал. Я буду такой сильной, чтоб ты любил меня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши. Я хочу быть еще ближе и выше, и выше. Близко, но не достать тебя. Ты спрятал, ты похитил сердце мое уже навсегда. Я буду тебе ближе, я научусь летать. Я хочу лететь еще выше, выше, чтоб не задеть города крыши. Я хочу быть еще ближе, выше, выше, выше. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши. Я хочу быть еще ближе, выше, выше. Ребята, вроде речь зашла о мультиках, я хочу вам рассказать, что мой любимый мультик — это Барбоскины. Кто смотрит Барбоскины? Я думаю, это очень популярный мультфильм. И самый классный персонаж — это малыш. Вот это тот маленький песик, который всех постоянно достает. Свою маму, своих сестер и своих братьев. Я думаю, такие все сейчас маленькие, да? Так. Все, наверное, маленькие. Наверное, достают своих родителей. Но я думаю, да, у меня есть двухлетний брат, который... Ну что ж, я предлагаю нашим зрителям вспомнить много-много известных мультфильмов. А знаете, как мы это будем делать?
мы вам будем предлагать крылатые фразы. Вам остается только догадаться, откуда, в каком фильме мы могли слышать эту замечательную, даже смешную фразу. И напоминаю, самым активным участникам непременно наши призы. Дорогие зрители, мы сегодня разыгрываем наши главные призы, наши футболки именные. Если кто-то хочет заполучить такую футболку, просьба быть активными. И приглашаю всех к нам поближе. Итак, диджей, ты готов? Ну что ж, слушаем первую фразу. Алло, а где же тут кто? Нет. Ничего вы не понимаете, сам скажите. Слава, хочешь пирожного, хочешь мороженого? Ну, конечно, вы догадались, кто это? Вовка в 39-м царстве, дайте, пожалуйста, этой замечательной, красивой даме приз наш. Так, продолжаем, следующая фраза. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни. Винни-Пух, а вот девочка, вот красивая девочка, беги скорее к нам. А ребята, подбегайте к нам сюда, чего вы сидите на местах, давайте поактивнее. Ну и следующая фраза. Мы строили, строили, наконец построили. Это кто такой? Чебурашка и крокодил Гена, да? Так, кто? Мужчина. Ребят, был. Я думаю, чтобы никого не обидеть, подойдите к нам сюда поближе. Может быть, кто-то хочет на сцену присоединиться погромче, чтобы всех видели и слышали. Так, итак, следующая фраза. У нас есть. У нас уна не хватает. Так, конечно же. А кто там был? Кто это говорил? Да, а кто из Простоквашино говорил эту замечательную фразу? Матроскин! Конечно. А кто сказал Матроскин? Я не вижу. А вот, иди сюда к нам, в белой кепке, иди сюда. Вот там какой у тебя еще скейт классный. Давай к нам. Ну и следующая фраза. Ты какой? Секретный земной красоты. Маша, конечно. Девочка, вот сидит. А там все молодец. Угадывают. Активнее, активнее. Давайте следующую. Не смешите мои подковы. Сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И раз, раз, два, три. Так. Что погромче, кто это? Ладно, знаете, поехали дальше. Ребята, давайте молодцы, да, это был Кот Леопольд. Как же его можно не узнать? Естественно, да, дальше поехали. Я родился. Вот он самый известный, даже вся молодежь гром. Ага, они все говорят, вот такие все сопливые мультики смотрите, а сами все дружно, Лунтик. Ну, поехали дальше. Сейчас и узнаем. Лунтик! У меня 4 дочка и лампочка дочка. Да, про зайчика. Мешок яблок, кто сказал? Вот там кто-то сказал с мешком. Ой, смотрите, наградите девочку. У нее такие красивые косички. Давно мечтала себе о таких. Ну, поехали дальше. Мун, я тебя в порошок сотру. В зубной. Вот так. Понятно все. Это уже какой-то ужастик прямо. Ну, кто же знает этот мультик? Давайте я напомню, там такой ленивый, ничего не хочу. Не хочу, а молодец. Правильно, следующий. Заяц! Заяц! Конечно, ну, погоди. Ты меня слышишь? Да слышу уже тебя, слышу. Давай дальше. Слышу. Сынок. Папаня, ну кто-то, то мама. Ну кто догадался? Конечно, а подождите, хорошо, ладно, я поняла, что вы все смотрите мультики. А как насчет кино? А, давайте попробуем. Я думаю, наверное, взрослых очень заинтересует. Так, я предлагаю первую фразу и слышать из кинофильмов. Какая отвратительная рожа. Канай отсюда! Прокопаться! Куда улетишка? Так, конечно, джентльмены, еще вот
мужчина сидит в зеленой футболке, наградите его, он очень активный. Вот, кстати, я уже увидела самого активного участника. А чего вы ему чупа-чупса даете? Я думаю, что нам нужно что-то посущественнее предложить. Конечно, он уже и раздает всем детям. Так, он не будет у нас участвовать, и кто же останется? Так, давайте, дорогие зрители, поехали дальше. Шоу, ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Конечно, и опять вот я вижу, что он очень хочет нашу футболку получить. Так, это был Иван Васильевич, меняет профессию. Поехали дальше. Какая гадость, это ваша зрительная рыба. Ирония, судя по Эли, с легким паром. Так, помощницы, пожалуйста, дарите подарки, не жадничайте. Так, поехали дальше. А не хлопнут ли нам примашки? Покровские ворота. Заметьте, не я это предложил. А не будут ли нам по рюмашке с тобой, правда? Чего все молчат? Никто не хочет по рюмашке. Покровские ворота, кто сказал? О, девчонки, смотрите, какие девчонки смотрели, какие хорошие фильмы. О, а взрослые молчат, не хотят нашу футболку фирменную. Но и зря, очень даже зря. А у нас, между прочим, все размеры есть. И на мужчин, и на девушек. Поехали дальше. Ну, Людка, иди, неси сберкнижку. Все, наверное, уже догадались. Людка, Людка, любовь и голуби, вот там, мужчине, пожалуйста. И вот, да, дама еще стоит. Где наши помощницы? Я не вижу. Идите к нам сюда, подойдите поближе, мы сейчас вам. И опять вот мы чубики, да что же такое? И чубики, давайте браслетики. Активные участники, пожалуйста, подключайтесь к нам и следующий трек. Ой, Яночка! Здравствуйте! Ну опять без синей грамы, как снег на голову. Тетя Лена, когда к вам из провинции приезжают гости, радуйтесь, что это не крамовщики. Это откуда такое? На филет, молодец! Хоть кто-то смотрел этот замечательный фильм. Катерина, вы видите, там рукой машут. Отлично, спасибо большое. Ну, давайте еще на закусочку одну. Давайте. Сеньора, фрау, у них, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Привет, Руссо! Молодцы, молодцы! Наша школа. Немного разомнемся. Вы просто повторяете за нами и за нашими помощниками, которые находятся здесь внизу. Ну что ж, я думаю, нам нужно положить вот этот сценарий. Нагрей его, давай положим. Так. Зажигательный ритм. Мы начинаем двигаться. Танцующим салате пестрые цветы. Режу ваши стройные бутоны, затем добавляю шоколад, груши и лимоны. Салат чудо-липец. Люблю красиво и все, и все легки. Здесь походки, прически, улыбки, спицы. В салате моем это все пригодится. Танцуй, не тормози, а если ты еще не в теме, смотри, делай просто все по моей системе. Не важно, кто ты, какого ты роста. В общем-то, все очень просто. Давай подергаем головой, а ну давай подрыгай вот так ногой, а ну давай расстегивай свой пиджак, а ну подвигай бедрами вот так. Тебе добавь энергии, пальцы рук, теперь вокруг оси свои сделай круг. Еще немного пластики и ты встал, уже почти как профессионал. Приглушим. Ну что ж, все хорошо у нас. Я думаю, пора приступить. И для начала, наверное, ну, этот, а может быть и все, да, попробуют сейчас изобразить. Ну-ка, давай свой вопрос нашим зрителям. Да, как раз-таки есть такой вопрос.
Назовите музыкальный стиль и танец, возникший на севере Бразилии. В основе этого танцевального стиля лежат движения танца каримба индейцев Амазонии. Что это за танец такой? А давай немножко подскажем. Ну давай. О, ламбада уже кричат. О, классно, знаю, знаю. А, кстати, а вы знаете, в каком мультфильме известном мы могли увидеть этот танец? Ну-ка, вспоминайте. Нет. Ну, погоди, мы смотрели. Ну, наверное, вот, кстати, обратите внимание, вот потом посмотрите, увидите точно. Давайте попробуем все вместе с вами ламбаду, а? Встаем и присоединяемся к нашим помощникам. Давайте, а мы тоже будем ламбаду, да? Только на сцене. А поможет нам станцевать ламбаду участники студии эстрадно-бального танца «Энергия». «Энергия», участники, вы где? Приходите к нам на сцену. Вот профессионалы своего дела. Вот сейчас вы увидите, как правильно танцуют ламбаду. И вы тоже к нам присоединяйтесь. Диджей, поехали! Спасибо вам большое за помощь. Ну, не стойте еще, стойте, никуда вас не отпускаю. Поехали дальше. Ну что ж. Конечно, ведь кино – это всеминародное любимое искусство. Его любят как взрослые, так и дети. Конечно. Да кто из вас не мечтал получить приглашение сняться в кино? А кто-нибудь из вас представлял себя неотразимой красавицей? Или там каскадером? А кто мечтал вот сняться в захватывающем блокбастере? Ну-ка, поднимите руки! Да, конечно, я уж сама тоже хочу сняться. Так никто не берет такую вот. Ну что, я думаю, сейчас мы точно расшевелим нашу молодежь, а тем более родителей. Потому что сейчас мы будем танцевать буги! Буги! Именно этот танец разучивал главный герой фильма «Стиляги». Давайте вспомним, как это делается. Родители, давайте сюда. А, кстати, может быть, кто-нибудь хочет на сцену к нам? Поднимайтесь, вот по этой лестнице, мы вас ждем. Почему бы и нет, сегодня все можно. Поднимайтесь. Кто желает, поднимайтесь, не стесняйтесь. Покажите, какие вы все красивые. Как вы хорошо двигаетесь. И вы, а подождите, не все на сцену. Давайте еще тут останемся немножко. А, я знаю, здесь родители будут, да? Ну что, вот молодежь наша идет. Можно вас поближе попросить, вот сюда? Энергию мы попросим немножко поближе, чтобы все видели, как это делается красиво. Ну а вы, самое главное, не споткнитесь, не упадите. Будем танцевать. Диджей, поехали. А я напоминаю, это буги-буги. Это энергичный танец. Вот, смотрите на энергию. Вот так это надо делать. Ага. Так, не вижу пар. Смотрите. Куда дорогу суя?
Посмотрите, как надо. Давайте попробуем. Шаровка справа и ноги, держись левее, давай. Ногами шевели. Вот это да. Вот это по-нашему. Так и два шага вперед. Теперь присед пониже и поворот. И я люблю буги-вуги. А вы любите буги-вуги? Давайте все вместе скажем. Любите буги-вуги? А еще любите буги-вуги? Любите буги-вуги? Любите. Чтобы настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только гигантик есть. А ну, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться, парень, танцевать.